Привет всем, вы на канале Panda Play, меня зовут Дмитрий, и мы продолжаем играть в Resident Evil. В прошлой серии мы победили куклу, и поэтому мы сегодня пойдем убивать болотные чудища. Матерь Миранда удочерила госпожу Донну. Мне никогда не было так радостно. Еще ребенком она отпугивала окружающих своим видом из-за шрама на лице. После смерти родителей она заперлась в доме и общалась только с Энджи, куклой, которую для нее изготовил отец. Я благодарен матери Миранде за ее безграничные сострадания, да. А, это получается через 2 недели примерно. Госпожа Донна явно рада. Быть может, мне чудится, но ее кукла Энджи выглядит более живой, чем прежде. Сегодня она пришла ко мне в сад и заговорила со мной через Энджи. Мы отлично поболтали. Матерь правда дарует какие-то способности. И буквально через 2 дня госпожа Донна дала мне желтые цветы и попросила посадить их в саду. Я посадил их у могилы госпожи Клавдии. У меня закружилась голова, может, от пыльцы, а потом я увидел усопшую жену. Донна обрадовалась, услышав об этом, попросила меня прийти к ней завтра. Сказала, что я снова увижу родных. Не совсем ее понял, но она такая добрая. Что-то не очень это хорошо, конечно, но... лишь бы нравилось, как говорится. Что у нас здесь? Ого-го, ничего себе, это что такое? А что сюда можно засунуть? Сюда еще один шар надо засунуть, да? Да, это какая-то загадка. А у нас есть шар? Не, у меня нет шара никакого. И что делать? И как быть? Значит, нужно его найти. У меня, кстати, есть ключ. Ой, подожди ты. У меня есть ключ, который для чего? Скрипичного мастера. Да, который мы нашли. И можно туда сходить теперь. Ладненько. Так, это здесь я все забрал, это все сделано. Пойдем. Мы с тобой направлялись к герцогу. Надеюсь, никто не будет мне мешать и пытаться убить. Ой, опять эти комары. Смотри-ка, а куда они полетели? Ой, у меня патронов сколько. Ничего себе. А они не стреляются. Я явно попал. Да. Ну ладненько. Ничего страшного. Ёшки-палки. Так, пойдем. Пойдем. Ой. Бедненький. Стукнулся. Все, готово дело. Значит, пока воспользуемся таким способом убийств, дабы не тратить лишние патроны. Хотя, патроны для пистолета делаются явно проще. Не, ну ты дурной, нет. Залезь обратно, откуда ты вылез. Патроны только жжешь. Большой кристалл собрал. Ну-ка. А, подожди, а мы здесь... Мы сюда ходили, и здесь ничего не было. А это что? Ушеньки. Ну-ка, пойдем. Ну-ка, я пойду отсюда. Я, пожалуй... Блин, вообще... В никуда 2 пульки выкинул. Ладно. Пойду я подальше и буду их отстреливать вот таким вот образом. Надеюсь, что им этого будет достаточно. Где ты есть? Хватит. Махать просто так своими оружиями. Ну, ты дурак, нет? Я в тебя зарядил только что в упор просто. Какая-то глупая, по-моему, сейчас... Глупая драка на ровном месте просто. Что такое Вивиан? Где он? А, вот он. Ладненько. Я так и не понял, что за сокровище около Бенивиента, вот у дома у его. Я этого не понял. Но когда вернемся к колодцу, естественно, туда зайду. Так. Ага. О, 3000. 3000 это много. Ну, не то чтобы прям уж, но...
Сейчас опять же повылезают, смотри, из травы. Нет? О, блин, удивительно. Так. Давай всунем сюда колбу с ногами. Ща дочку по частям соберем. Ничего страшного. Все будет классно. И сохранимся. Я хочу сохраниться, чтобы на всякий случай. Вам эта вещь знакома? Нет, первый раз вижу. Прошу вас, изучите мои новые товары. Давай посмотрим, что у нас тут по припасам. Как можно больше купим. Почему нельзя еще? Благодарю за покупку. Так, это... Нет, не хочу. Фугасные снаряды. А мне они нужны? Мне вот это вот. Вот Бог это нужно. Бог дал человеку спину для ноши, но пытаться унести так много. Да, я такой. Модуль для пистолета уменьшает отдачу. Да у меня отдачи-то как таковой и нет. Боезапас, модуль для ружья, отдачу уменьшает. Да мне здесь отдача сильно никакую роль не играет. Дрожание при прицеле. Вот это можно было, но тоже особо не нужно. Я здесь все-таки не в охоту играю, я здесь играю в... Что, еще можно купить? Еще можно купить, ошалеть. А, давай посмотрим, что у нас тут. Ваши деньги. Что у нас тут по кристаллам? Ага, ага. Я покупаю это только из уважения. За 28 косарей, прикинь. Я где-то прочитал, что можно по запчастям... собирать в одну целую игрушку, в одну целую куклу, собрать все вот эти вот было запчасти. Но я их уже продал, поэтому уже не соберешь. Так, лучшее вложение ваших денег. Ну, давай вот это прокачаю. С удовольствием. Урон всяко лучше. Урон всяко нужен. Да. И, естественно, вот это прокачаю. С удовольствием. Ну, потому что надо. До новых встреч. Что у меня есть по патронам для дробовика? Мало, конечно, но что ж поделать. Дай посмотрю, из чего делаются. 5 реагентов есть. Шестеренок маловато. На 3 патрона только хватит. На 3, а на 6. Давай сделаем 1 и побольше вот этих. Пистолетные, они лучше. Пистолетные, я считаю, что они более полезны. Так, сюда, ладно. Пойдем туда. Пойдем к болотному чудищу. Или сходить к скрипичному мастеру. Нет, пойдем лучше к эмбриону к этому, а потом уже сходим к скрипичному мастеру. Ну, он типа подождет. Хотя, может, он что-то полезное нам даст. Хрен его знает. Может быть и даст... Так, ты кто такой? Ну опять, он начинается, на елки-палки. Он мне сейчас... За писюнку зачем кусать? Ну? Оттащит сейчас меня домой, наверняка, к этому дураку. Хотя нет, смотри-ка. Зачем так резко игру-то начинает? Где ты есть? Да ну зачем меня бить-то? Я тебе что плохого-то сделал? Бежим. Бежим, 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 бежим. Да не дури ты. Зачем меня кусать? Просто зачем меня кусать? Ты же меня убьешь. Усмиришься, нет? Блять, нет, не усмириться. Пойдем сделаю лекарство. И махнуть от лекарства. Срочно. Что-то вообще неубиваемая какая-то хренота. Давай выберем бомбу. И побежим. Надо побежать и кинуть в него бомбу. Телок. Все, нет? Еще живой. Все еще живой. Готово дело.
Готово дело. Казалось бы, да? Ошалеть из него, сколько всего выпало. Кристальное животное. Пойду-ка я его этому продам. Герцогу. Сейчас зайду вот в этот дом, посмотрю, что здесь интересного есть. Я просто вообще не ожидал, что на меня нападут. Раны глубокие, мне долго не протянуть, я слышу звук его шагов. Он почти не дергался от моих выстрелов, кажется, будто он играет со мной. Это не волк. Но я не сдохну безропотно, как пес. Если дойду до старой водяной мельницы, то смогу его остановить. Смогу уберечь тебя, она так близко. Черт, замерзаю, ноги отказывают, прости меня, Луиза, прости. Ага, понял. А, это муж ее, что ли? Видать, да, видать, муж не дошел немножко до Луизы и помер как бравый воин. Ну как, просто умер, да и все. Загрызла его вот эта тварь. А куда я сейчас ползу? Интересно, на крышу? Зачем на крышу? Отсюда можно было бы, наверное, в него стрелять более без... Как это называется? Безпоследственно, но чё ж уж поделаешь. Надо аптечек на будущее наготовить, а то же ведь я сейчас потрачу все ресурсы, а потом нужно будет аптечку изготовить, а мне будет не из чего ее делать. Ищите что-то конкретное? Я хочу сдать тебе кристальное животное. Вот что я хочу. Ты голоден? Да? Я... Нет, я не голоден. Значит, ты жив. 20 тысяч всего-то навсего, елки-палки. За двадцатку. Дай по патронов. Мне так отличная сделка. Дай патронов, говорю. Мужик. Как желаю. Мне без патрона вообще никуда сейчас. А? Ага. Ну, это не надо. Вот. Вот этого купим. М-м-м. А патронов-то больше нет. Ну и ладненько. Интересных приключений. Пойду схожу к скрипичному мастеру. Вспомнить бы, где он. Так вот, я пришел к дому этого скрипичного мастера. Возьму сразу ружье, чтобы если что вдруг, то сразу стрелять. Наверняка здесь что-то полезное есть. По крайней мере, вот денежки я вижу. Пусть небольшие, но они есть. С днем рождения. Что это за 17-й год? Или 27-й, непонятно. Открыть пустые ящики. Угу. Как много закутков. И это даже не печка, да? Это же даже не печка. А зачем здесь вот эта стена? Пара-па-па-па-па. Вот травку. Травку не берет. Ящик. Ну-ка, круто. 1600. В плюсе. Это крайне мало. Так, а здесь что? Откуда я пароль-то должен узнать? А, что я узнать должен пароль? Вот он висит. 270917. 270917. Так, подожди. 0917. Хорошо. Стальной хрёсвельк. А это что? Большой магазин для винтовки. О, слушай-ка. Большой магазин для винтовки. Это здорово. Используй деталь для вот этой вот винтовочки. Красота. Кстати, я с пистолета-то не стрелял. Быстро стреляет. Слушай, хорошо как. Я так понимаю, все, да? Не все. Подожди. А что здесь еще-то можно? Опа, записка. Я не забуду ее 5-й день рождения. Естественно, не забудешь. Как же ты ее забудешь-то? Так, ну наверняка здесь какая-нибудь ерундовина висит опять наверху. И хочет, чтобы мы ее с пистолета сбили. Так, это все бездейственно. Закрыть бы вот эту я хотел бы канитель, чтобы она мне не мешала. А что здесь можно еще-то такого сделать, чтобы изучить-то полностью? Начинается. Тряпки.
Записки. Так, не-не-не, сюда я не собираюсь идти, подожди. А, здесь тоже ничего нет. Давай по низу пройду. Посмотрю, так сказать, повнимательнее. Я так понимаю, это никакое не квестовое задание, это просто какая-то ерундистика, которая... Которая просто вот есть, и все, ее нужно там собрать, подобрать, что-то сделать с ней. Я так предполагаю, что это опять на потолке что-то. Ну да, вот, типа вот этого. Кто бы сомневался. Желтый кварц. Все? Да, все. Ай, ладно, пойду я на болото. Потому что там моя основная цель. Да? Так ведь? Так, а как мне правильнее туда пройти? Тут есть еще какое-то водяное колесо оружие. Что это значит, я пока понятия не имею. Здесь выхода второго нет, здесь, здесь захода даже нет. Так что как вариант просто-напросто попробовать вот сюда зайти. Но по моим предположениям сюда зайти будет невозможно. Кстати, нужно еще сделать одну аптечечку. Еще одну. Ну, на всякий случай, потому что у меня, видишь, здоровье рыжее. А, значит, мне в скором времени понадобится лечение. Так, не сюда. А почему не сюда? Сюда. Пойдем сюда. Да я туда вот хочу. Хочу туда вот. Сил нет, как хочу. Мне вот... По-хорошему... Вон туда нужно. Вот в этот дом. Но туда попасть... А, я понял, как туда попасть. Вопросов нет. Все, пойду. Не-не-не-не-не-не-не. Совсем. Совсем за этого. Задумался. 14? Не, 14 и этот. В быстром доступе... Вот сюда. Все. Вот. Вот он должен быть всяко лучше. Хотя, хрен его знает. Лучше он не лучше. Давай у него лучше. Если только посмотреть витрину вон там. Хорошо, хорошо. А, оружейное. Пистолет. Десятку стоит, ошалеть. Боезапас. Позвольте мне. Конечно, позволю. На, держи. Нет задачи важнее. Подожди, 170. 160. То есть у него сейчас урона больше, чем у моего того. Ошалеть. Хорошая штука. Туда можно зайти через водяную мельницу, которая как раз-таки вот здесь вот находится. Вот она, водяная мельница. И туда можно перейти просто по воде. И открыть вот это изнутри. А здесь железная отметка. Пойду открою пока вот. А что, нельзя? В смысле? Что, бабка так хорошо закрыла, что даже открыть нельзя? Так, здесь не вижу ничего. Чего? Гранатомет? Серьезно? Что за Resident Evil такой? Гранатомет. Отмычка. Ого-го. Так, ну получается, готово дело. А можно как-то это все дело переместить в... Ладно, по ходу дела возьмем да переместим. Ничего страшного не произойдет. Вот это что такое? Непонятно. Плесень какая-то. Новомодная, скорее всего. Идем, значит, с... Нет. Да. Да, куда идем? Пойду я отсюда, пожалуй. Еще одна тварь такая же. Я больше не хочу с такими водиться. Слушай, да? Да, Витя, такая же и есть. А, не, показалось. Это просто корявый какой-то монстр, у него сколиоз, скорее всего, и он... Вон он с палкой ходит и думает, что бы сделать. А я ему скажу, что сделать. Иди сюда. На меня набрасываться не нужно. Глупостями не занимайся, пожалуйста. Хорошо. Ружье спасает вот в таких ситуациях, когда... О,
Мы здесь были же. Ружье спасает в ситуациях, когда тебе нужно зайти куда-то и стукануть разочек просто от кого-то. Да. В смысле, а что не ломается? Интересно. Интересно мне. Ладно. Здесь я что-то делал. Я же ведь здесь отбивался в самом начале, по-моему, нет? По-моему, да. По-моему, было такое. В самое начало иду. Я понял. Так, хорошо. Вот этот дом не изучен. Я хочу изучить все сразу. Кровяк какая-то. Кого-то тащили. Хочу изучить все сразу. Видать, здесь кому-то очень плохо было. Чтобы вдруг что не пропустить, и вдруг что полезное здесь есть. Например, вот патрончиков подобрал. 5 штук. 5 штук, а мои. 5 штук, а мои патроны. Все же, знаешь, пригодятся. Да, я здесь был же. И, естественно, я здесь в попыхах. Это где скриптовая сцена была, я понял. Это где дед на нас нападал большой. Большой с молотком. О, здесь уже заколотили все. Правильно сделали, молодцы. А куда иду я? Ой-ой-ой-ой-ой. Что это за 30 FPS сейчас было? Так, ну получается, нужно просто идти, и куда-то я приду. Вот и все. Правильно? Правильно. С такой логикой хер пропадешь. Что-то я кругаля какие-то наматываю. На этом болоте живет этот гремлин. Точнее, не прям здесь, а вот в этой стороне. Ой. Но ее можно пробить. Хорошо. Я патроны не хочу просто тратить. Можно ли ее пробить вот так? Да, можно. Отлично. Отлично. Хорошо, что можно сделать именно так. А то бы сказали сейчас, трать патроны от гранатомета. Я не хотел бы этого делать. Мне они нужны. Возможно, будут. Ничего себе, большая какая мельница. Большая и громкая. Я вижу лестницу, поэтому я пойду туда. Это закрыто, да? Да, заперто с другой стороны. Ну, возьму ружье лучше. От греха подальше. А то мало ли что. Вот эти хряки меня сейчас будут атаковать. 100%. Они дикие. Да ладно тебе, ты не выжила бы, ну, Хрюша. Еще бегаешь? Я так понимаю, здесь нет какого-то чего? Здесь нет какого-то понятия в голову стрельнуть или еще куда-то. А они просто умирают одинаково от 2 выстрелов, что в голову, что не в голову. Отдайте их герцогу. Хорошо, отдам. Отдам когда-нибудь, обязательно. Сюда нужно запихать... Нет, сюда надо что-то другое запихать. Сюда нужно запихать то, что нужно было засунуть в мост разводной, который в самом начале этой локации был. Темно, вот когда снаружи заходишь, с улицы заходишь внутрь... Чего? С улицы заходишь внутрь, очень долго вот он... переходит вот, с освещения с наружного на внутреннее. И это очень, очень напрягает. То есть ты заходишь и не можешь сразу быть уверенным, что здесь никого нет. Лифт в водохранилище. Хорошо. И так я понимаю, нам нужно будет в него спуститься. Здесь, я предполагаю, будут как раз монстры уже, а не как у Бенивиента скримаки и скрипты. То есть здесь... мне нужно будет сражаться непосредственно прямо своими силами и ни на кого не надеяться. То есть здесь никто не будет за меня все сцены проигрывать. Это там надо было от монстра убежать просто и все. И как хочешь, так и это. А тут, получается, нужно, наверное, стрелять будет. А может и нет, сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим.
Да сколько можно-то? Мне кажется, я уже в шахту спустился. Ну да, в шахту я и спустился. А фонарик можно? Не? Ну и правильно, зачем тебе фонарь? Кто-то скрипит чем-то. О, что это? Шестикрылый эмбрион. Серьезно, у меня четырехкрылый только есть. Ведь да? Да, четырехкрылый. То есть я еще два крыла должен где-то собрать. Где? Так, тут закрыто, ладно. Ну, свет вон там, значит, нам туда. Патронов для ружья у меня маловато. И это грустно. Это меня совсем не радует. Совсем не радует. То есть, если сейчас кого-то стрелять, то придется стрелять с пистолета. Радио работает. Это что? А, это досточки. Досточки. Досточки не страшно. Так, там вроде... Ой. Снеговик. Сейчас нападет кто-нибудь по-любому. 100%. О, бабка, что ли? А, нет, это же это и есть, как его звать-то? Моро. Серьезно? Серьезно? Мать Миранда, я готов. К чему ты готов? На все ради тебя. Стой, он, по-моему, на меня смотрит сейчас. Это я заберу. Стой, стой, стой! Что ты делаешь с чудо-ребенком? Она не ее. Ты что-то сказал? Что ты несешь? Какой чудо-ребенок? Матерь хочет вернуть дочь. Да к черту тебя! Нет, 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 стой, стой! Заберешь, и все будут насмехаться. Будут, будут. Но если я справлюсь лучше не всех, то... Стой! Ну еще минутку! Стой! Ты такой хороший, но противный очень. Что смешно? Тупица! Болтаешь зря. Да ты, Пал, болтаешь зря, все. Я перекрыл вход. Ах ты, тварь. Здесь мои владения. Я тебя не выпущу. Черт. Так, ладно, владение так владение. А, так ты мне самый главный вход не перекрыл. Пойдем. А я его не вижу, почему он... Не уходи! Я не отдам ее тебе. Отдашь. У меня нет вариантов, в принципе, я без нее не уйду. Почему он перекрывает мне не вход и выход, а просто вот меня сопровождает? Ой. Я смотрю, там выход. Как же выбраться? Вот, выход тебе. Че выбраться-то? Сзади никого нет. Выбирайся. Куда хочешь. Че-то как-то слишком просто, мне кажется, нет? Тебе так не кажется? Мне кажется. Так, я вижу там сундук. Вот че вот здесь внутри? Я не вижу ничего. Ни фонарь, ничего. Положи ключ от лодки в бытовку в шахте. Ганс помер, рыбалки пока не будет. А помер он не случайно. Его съела огромная рыба вместе с лодкой. Ага. Огромная рыба, это которая помогала девочке, наверное, чешуей. А, плавниками кормила, которая. Ага. Ага, ага. А, подожди, в этой... Там же написано, где ключ был. Че-то я прочитал, забыл. А, бытовка в шахте. Бытовка в шахте. Это где такое? Серьезно? А может быть без этого? Может на ручной тяге-то проплывем? Не? А то я ж не хочу назад возвращаться. Бытовка в шахте. Это же ведь вообще капец как далеко. Это же опять обратно возвращаться. Я туда не хочу. Я бы вот туда вот нырнул бы и поплыл бы. Да и все. Твою налево. Короче, зря я обрадовался тому, что уже все быстро так все заканчивается. Бытовка в шахте, бытовка в шахте. Ну, пойдем бытовку в шахте найдем. Найдем. Вот это что? Можно сломать силу, а? Вот оно что. Ну, пойдем сюда.
Зачем так сложно все делать? Я думал, наоборот, обвалилось все, и все, и не попадешь туда. А тут, наоборот, надо сломать, чтобы пробраться. Какая-то логика здесь нелогичная. Где тут эти монстры? Монстры, мне нужны монстры. Мне нужны монстры, чтобы их убить. Опа. Опа. А че это мы тут кушаем? Ой, патроны кончились, извините. Готово дело. И тебя тоже. Хватит, не нужно мне здесь вот это вот... дела творить такие. Это очень некрасиво с вашей стороны так поступать. Я к вам в гости, а вы ко мне вот так. Тихо. Все, хорош. Ой, это опять этот дурень. Ага, конечно, придумай. Ключ от лодки, ключ от лодки, ключ от лодки. Хорошо, побежали. Угу, побежали, Гарри. Ну и побежали. Все, 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 все. Бежим. Бежим, бежим, бежим. За ноги сейчас хватит, за ноги схватит. Бежим. Ну его нафиг. Возьму снайперскую винтовку, чтобы стрелять четко, метко и наверняка. Не хочу с ними драться. Это, блин, такая гиблая затея. То есть они нас раскидают. Тихо. Все, готово дело. Ой, еще один. Мимо. Мимо как-то оказалось. Как-то мимо оказалось. Тихо, 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 тихо. Тихо. Стрельну сейчас еще разок, подожди. Не уходи. Все, попал. Ну вас нафиг с вашими этими драками. Я не хочу драться. Я мирный человек. Ну что, поплыли? Ух, господи. Так, а, подожди, там вот есть... вон там был клад. Точнее, сундук какой-то. В котором наверняка было что-то интересное. Ну ладно. Потом поглядим, если не забуду. Классное управление лодки. Вообще очень, очень реалистичное. Ружье у меня отобрали. Я не могу выбрать ружье, поэтому... ничего там как бы сделать не могу. Значит, стрелять ни в кого не придется. А зачем я в другую-то иду? В другую-то шахту. Что, нельзя как-то к берегу причалиться и пойти дальше по своим делам? Зачем я вот эту вот сложность себе придумываю? Ты тоже не знаешь, да? Я вот тоже не знаю. Надо туда идти, игра мне говорит. Иди, говорит, туда, посмотри, что там интересного. А я думаешь, хочу туда идти? Не, я туда не хочу вообще идти. Ну хотя бы потому, что это тут темно и фонаря у меня нет. Почему-то, блин, он не включает фонарь, когда нужно. Когда было светло, он во всех шахтах включал. Сейчас вот отсюда кто-нибудь вылезет. 100% я говорю. Нет? Так, и чего? Ой. Рыба-карась. Хорош. Все. Ой, еще одна. Рыба. Рыба. Чего? А где выход-то из этого вот всего? Из этого чудо-места. То есть, нигде здесь, здесь выхода-то нет, получается. Опа, вижу. Вижу. Вижу то, что достать сейчас не смогу. Так, все, синенько, изучено, отлично. Идем дальше. Я просто хочу все-таки понять, зачем придумать себе проблему, если можно просто было бы уплыть отсюда. Уплыть и не париться вообще. Вот я сейчас зайду сюда, а там какой-нибудь дурак загрызет что меня. Что это? Че это? Это вагончик. О, лаборатория. Что за лаборатория? Они здесь уже были все. Что за херню тут делают? Это, видать, Крис. Наверняка Крис. А, не, не Крис, это какой-то дурилка. Отвали от многоглазый. Меня! Лежать, сука! Ты чё мне сейчас... Ты чё это? Знаешь, я удивлен, что ты все еще жив. Я сам удивлен.
Будет, ну, Крис, жаль, вот, если что-то, да, случится сейчас. Да, Крис. А что? Ты убил Мию. Убей меня, и дело с концом. Да. Эй, Кэп, датчик движения засек мощную активность. Пора валить. Вот и вали отсюда. Вот и вали. Что за активность? Кто у нас? Не видно, но мы явно засиделись. И Миранда знает. Эй, эй, ты сказал Миранда? А вы тут при чем? Просто забудь, Итан, это больше тебя. Что у нас? В смысле больше меня? Меня сейчас убьют здесь и всю. Ой, там рыбёх плавает, я вижу. Несуйся в наши дела, Итан. В наши? В наши? Это ты в мои сейчас суёшься, ты мою жену убил просто. Взял да убил. Пришел ко мне домой, убил жену. Отобрал ребёнка и ещё что-то говорит. Дружочек такой, блин. Ты, говорит, не лезь в наши дела. Ты в мои залез по самой, не балуйся. А еще хочешь, чтобы я не лез. Я сидел себе смирно дома, чай пил да вино. Ой, здорово. Сука, отвали! Грибочек, привет. Ты... Выход под водой. Тебе конец. Давай вот это сделаем вот так вот. Поле видимости. А он в заставках не могёт, да? Да, не могёт. А мне нравится этот кадр. Ты поздно, Миранда. Ладно, значит, я так заскриню. Типа, мне нравится этот кадр. Церемонию. Я послала тебя, чтобы отвлечь меня. Ты жалкий ублюдок. Ой-ой-ой, у тебя паразиты какие-то появились, наверное, да? Нечестно. Да ты страшный. С ней должен быть я, не ты. Да о чем ты говоришь? Что, блядь, с тобой такое? Я не смогу его удержать. Боже. Мама! Почему? Я не пойму, он хороший или плохой? Почему? Все же? Почему? Чего он не удержал-то? Рыбёху огромную не смог удержать, и типа мне придется с ней сейчас драться, да? Я понял. Понял, принял. Так, это, видать, не самый был красивый кадр из игры. Возможно, я сейчас заскриню большую рыбёху, если я не умру, конечно. Будет здорово. Не? Не будет? Не, значит, самый красивый. Хорошо. Я сейчас пойду, и он мне наверняка еще раз схватит. Мариаус Клиник. Так, Ой. Я слышу, как там кто-то стонет, и я думаю, что нужно туда сходить. Наверняка там человеку плохо. Он сказал, что выход под водой. Ой. 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 Так, что это такое вообще? Ой. Рыжий, белый, синий. Синий, рыжий, белый. Синий, черный, рыжий. Рыжий. И чего? И как я это должен понять? Если только откачать воду. Черт, электричества нет. Какое электричество? Мне нужно вот это вот в соответствии с цветами поправить. Вот тебе электричество. Так, что там написано-то? Подайте ток на затвор шлюза, спаситесь от мора. От мора, точнее. Инструкция по работе со шлюзом водохранилища. Сильный ливень может причинить вред. Запустите ветродвигатели рукояткой, чтобы подать питание на шлюзовую. Потяните рычаг, чтобы открыть затвор. То есть ветродвигатели рукояткой, чтобы подать. Ветродвигатели рукояткой нужно. Ага, понятно. Еще бы знать, где они находятся. Будет вообще... О! Привет. Само собой. Ты откуда здесь появился-то? Бессмертный ты мой. Я покупаю это только из уважения. Спасибо. А, из уважения он покупает припасы. Давай купим... бомбу. Пусть будет бомба. Пусть будет вот это. Ну, типа, уже близко к концу все, поэтому... Это говно, мне все не нужно. Интересных приключений.
Я говорю, все близится к... Опа, сохранялочка. Все близится к концу, поэтому уже можно все скупать, просто все скупать и не скупиться. Где-то нужно ветродвигатель. Короче, рукояткой что-то нажать, чтобы оно что-то сделало. Ну, нажми, если. Ага. Опа, реагенты. Реагенты — это тема нужная, это важно. Это важно, конечно же. Ветродвигатель какой-то нужно рукояткой запустить. О, есть колотить. Ты видал, что это такое, не? Вот рукоятка, мне сейчас она будет доступна теперь. Опа, это хорошо. Так. И чего? Ну, действие не появляется, представляешь? Хожу рядом с ней и не появляется ничего. Это я чё? Карусель. Начинает Серьезно? Да обосраться просто. Теперь мне нужно будет такую же найти. Ладненько. Здесь нужен другой предмет. Я понял уже, что другой. Наверняка запасной какой-то есть. Пойдем вниз. Наверняка есть какая-то другая запасная хреновина, которая будет вставляться в эту... Что это такое? Это свет так падает. Будет вставляться в эту шестеренку, чтобы крутить ее. Ну, просто иначе никак. И вот эту запасную хрень я буду сейчас искать. Где буду искать, кто бы знал. Угу. Так, это очень важное место, поэтому... Тихо, не утони, самое главное. И... Вот и все, в принципе-то. Да чтоб тебя, ну. Спасибо. Хорошо, хоть мостом не пришивло. Это уже хорошо. Хочу стать рыбьим кормом. А как ты так сделал, что не сломал этот мост? Расскажи мне. Просто бежим. Просто бежим, даже думать не нужно. Так, что падает-то? Откуда? Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А что сейчас упало-то? Расскажи мне, пожалуйста. Чтобы я хоть знал-то. Я, видать, что-то сделал. А что сделал? Ага. А вот тут-то что? Что не сделается, нет? А вот тут-то мост должен быть. Упасть-то должно было, нет? Сохранился-то. Какая-то несправедливость. Короче, вот отсюда надо сломать вот эту ерундовину. И еще одну ерундовину сломать вот отсюда. Да, вот так. Сразу, чтобы просто пробежать и все. Так, а вон там я не вижу. Там я не вижу ничего желтого, поэтому пойдем стрельнем вот отсюда. Не, отсюда тоже не стрельнешь. Так, рыбёх появляется. Хочу стать рыбьим. Я два раза стрельнул, на всякий случай, вдруг что-то поможет. Что там было? Да хватит тут плавать, это мои мосты, я их сам построил, можно сказать. Вот этим вот своими руками. Где ты? Хватит какую-то эту наводить. Панику, суету. Чё это? Толкать. Толкаю. Сильно толкай, давай. Давай, молодец. Хорошо. Получилось у тебя, молодец. Не говори. Так, и куда? А, мне, видать, туда куда-то. Ага. Это круто, конечно. А как дальше-то? А, вот так. Ну-ка, рукоятку дерни. Вонище. И не говори, но это же болото. Как же тут без вони? Тяни. Молодец. Фу. Ты это потрогал? Она плавает очень близко ко мне. Я не хочу, чтобы она так близко была. Давай уже пятнашки в эти играть, хватит. Погнали. Здесь, получается, патроны для револьвера. У меня есть револьвер? У меня нет револьвера, мне даже стрелять не из чего. Получается какая-то ерунда. Так, и куда теперь? Давай обсмотрим. Так, а зачем эта рукоятка нужна?
И для чего? А куда? Что правда-то? Угу. И чего, и куда? Ну-ка, я не понял. Она падает, а вот это-то что? Так, если что-то не происходит, значит, надо нажать. Давай, 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 родной. Бежим. Тихо, 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 тихо. Чего? Это все должно сработать сразу, что ли? Да ладно. Понял. Так, синенькие это синенькие, а рыженькие это рыженькие. Короче, вон там вот. Там вот. Насколько долго беленькая работает? Крайне мало, я так понимаю, да? Или же они одинаковое время находятся вот в поднятом состоянии. Просто если одинаковые, то переживать здесь не за что. Нужно просто нажать на все и побежать. Сначала синий, потом рыжий, потом белый. Падай давай уже, ну. Синий, рыжий, белый. Бежим. Бежим. Все. Готово делать. Главное не умереть. Главное тут, чтобы меня эта акула не сожрала. Так, и чего? И куда? И что я здесь делать должен? Ну-ка. А, вот. Тихо, тихо. Не надо меня есть. Я иду себе спокойно. Тебя не трогаю. Я лучше всех! Да никто не сомневается вообще, что ты лучше всех. А я, пожалуй, по... Тихо, 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 тихо. Чё, мама, мама? Мама, мама тебя не смотрит. Блин, и куда? А, вон куда. Ты зачем так делаешь? Не надо, сломаешь мост сейчас, а я его так это... Так берегу. Бегаю даже медленно. Так, хорошо. Так, и чего? И погоди, и погоди, погоди. Не торопись, самое главное не торопись. И теперь вот эту вот ерунду сдвинуть надо тоже. Хорошо. Охуеть. Куда ты так прыгаешь-то? Угу. Так сказать, отдых от суеты. Здесь ничего нет, здесь ничего нет, здесь особо никуда не побежишь. Поэтому поползли, поползли быстро, быстро, быстро. Угу, угу. Блин, это самый сложный квест, по-моему, который я только делал в этой игре. Вот это я понимаю. Да я ничего не понимаю, честно тебе говорю. Надо выбираться! Да надо, надо, а куда? Да что такое? Ты что за живучая грязь? Пошли, 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 пошли. Все, а зачем я сюда сходил? А? А для чего? А, я на ветряк на другой сходил. Ой. А, ага. И как? Нормально так. Сломали все. Что-то делается, что-то происходит. Экшен, экшен, прям, вообще прям. Так, и мне нужна рукоятка. Рукоятка, которая у меня сломалась. Да? Да? Вот это вот. Отлично. Здесь что-нибудь есть полезного? Да я понимаю, что сейчас сюда не залезть. А когда туда залезть? И как мне обратно туда это... Хорошо, что я не убежал отсюда. Так, все? Все. Здесь что? Здесь ничего. Я так понимаю, сейчас туда залезть уже, да? Да, сейчас туда можно уже залезть. Это не может не радовать.
Ох, блин. Жуть. На самом деле рыба бесполезная, она особо никому вреда не приносит. Я же говорил. И съела она один раз меня. Только из-за того, что я просто прошляпил этот момент. А нужно было немножечко аккуратнее подходить к этому делу. Круче не придумаешь. Откройте затвор шлюза. Ну, пойдем от... Блять, ты дебил? Вот серьезно, ты мне ответь. Ты дебил? Ты нихера прыгнул-то. Так, а шлюз-то где отворяется? Там, наверное, где-то, да? Хер его там. Там нет. Скорее всего, где-то в другом месте явно. Зачем я вниз спрыгнул? Я хотел просто слезть. Слушай, давай-ка мы посмотрим. Лучше. Ага, это вот здесь. Ну, значит, наверх. Значит, наверх, налево и туда. Ой, я прям не могу. Так, а налево это куда? Налево, там мне вниз надо спуститься. Ну или же туда, да, идти. Просто нужно явно землей передвигаться, потому что там ничего хорошего не светит мне по воде. Там рыбеха, жирная рыбеха. Так. А, это этот, блядь, кряхтит. Так, рыжий, белый, синий. Синий, рыжий. А как выключить-то? А, я понял. Синий. Да что ты, рыжий? Блять, подожди. Это очень сложно. С учетом того, что я не Серьезно, что ли? Ну, почему ты не переворачиваешь-то? Короче, ладно. Сейчас в голове переверну. Напротив выключенного должен быть белый. Это факт. Слева от выключенного должен быть рыжий, справа синий. Да, рыжий, синий. Потом. Вот с этой стороны синий должен быть. А здесь должен быть рыжий. Все, делов-то. Хорошо, пошла. Сейчас мы рыбу спустим вот сюда, и она будет тут жить. А, не, она... А в воду спустим-то, рыба-то умрет. Так, найдите выход. А что находить-то? Ой, блядь. Все, нахожу выход. Убежали. Самое безопасное место, как мы знаем, это вот здесь вот. Поэтому я пережду здесь. Так вот, знаешь, что произошло? Она крашнулась, просто крашнулась посреди дороги. Но я думаю, что там это все не попадет в эфир. Я там сдох один разок, и я, скорее всего, это вырежу. И в первую очередь мы с тобой должны сделать вот что. Насобирать вот это вот всего говна, который лежит здесь. Взять в руки бомбу вот эту вот. И нажать вот так. Бежим. Не будем. Так, рано нажимать на тап. Я на тап, видать, нажал, он как-то заглючил. Никто тебя не любит, я говорю тебе. Все, готовься. Готовься к смерти, парни. Ух, блин. Бежим, бежим, бежим. На тебе. Еще. Так, и берем, значит... Что берем? Берем снайперскую винтовку. Так, готовься. Готовься к смерти. Я не пойму, что здесь нужно было делать.
таких случаях нужно бежать. А куда бежать? Вот это был хороший вопрос. Первый, лекарство есть. Давай для дробовика наделаем. Наделали. Не думаю, что сложно это чудо убить. С учетом того, что у него здоровья, наверное, не так много. Ой, я еще и промазал по тебе. Ой, я еще раз промазал. Стреляй давай. Не-не-не, подходи. Умрешь? Нет, сегодня. Не надо меня топить, пожалуйста. Опасная дверь. Да не говори. Не такая на самом деле опасная, но вот под крышей стоим и все хорошо. Самое главное просто в нее стрелять, в эту тварь, без остановки. Так. Ой. Перезарядись. Хорошо. Все, готово дело, нет? У меня патроны сейчас кончатся. Хорош. Хватит. Уходи. Неужели? Серьезно? Он сейчас лопнет. Хорошо, готово дело. Кристаллический Моро. Как жил, так и бодро. Ой, блядь. Уродец. Тут есть бочка, была бочка, можно было ее взорвать, блин. Ну ладно, патрон. Тут все было. Все было для того, чтобы убить. Ну, а я человек простой. Я убил так, как умею. А куда идем? Нужно, я так понимаю, вот в ту сторону, прямо и налево. Пойдем отдадим, точнее не отдадим, а засунем третью. Как ее называют? Выход прямо по курсу. Да я вижу. Опа, а там что? А, там и есть выход. Засунем третью колбу. И пойдем в следующий заход. В следующую колбочку искать. Здесь, я так понимаю, возьму ключ сейчас. Матерь Миранда дала мне колбу с розой. Меня никто не любит. И я думал, что мне ее не дадут. Но Гейзенберг сказал, почему каждый получил часть розы, мы все должны прийти на церемонию. А, но матери, похоже, все равно. Матерь сказал, что роза — оболочка. Оболочка позволит матери оживить настоящую дочь. Хотя она давным-давно померла. Но если матерь это сделает, что станет со мной? Я не ее настоящий сын. Она бросит меня? Нет, я этого не хочу. Нет. Да уже не бросит, уже все равно. Так, подожди. Надо ее это как-то объединить. И получится шестикрылый эмбрион. Да, отлично. И теперь я могу... Зря я в тебе сомневался. Кто ты? Да брось. Мы же с тобой знакомы. Гейзенберг. Хотя это не важно. Ты последний мудозвон на моем пути, да? Ну да. Ты боевой мужик, этого не отнять. Ну, интересно, что ты будешь делать с этими колбами? Засуну их туда, вот куда ты нужно. Ты что-то намекаешь? Я могу тебе помочь. Не можешь. А, подружиться пытаешься. Не выделывайся. Я б тебя убил, но ты мне нужен. В смысле здесь я тебе нужен? Здесь неподалеку от деревни есть крепость. Ну, есть, и чё? Иди, забери колбу. Угу. Справишься? Так и быть, помогу. Сперва иди назад к кладбищу. Угу. Вот ублюдок. Так, кладбище-то кладбище. Ладно, он мне либо помочь пытается, либо же он от меня что-то хочет. Точнее, как бы он и так от меня что-то хочет. Ведь он сказал, что мы ему нужны. Я ему нужен.
А это значит, что это все не к добру. Я не хочу с ним вообще вводиться. А еще у меня патроны кончились. У меня патроны вообще хрен да ни хрена вон. А, там 12 дробовика вообще нет. Вообще мало чего есть, мало чего осталось. Я вижу тайник с оружием. Тайник с оружием. И он вон там. Погоди, не, я не уйду отсюда, пока не найду тайник. И он где-то вот здесь прям. Он прям где-то тут. Не просто ж так он тут есть. Правильно? Правильно. Чё это такое? Тайник с оружием, тайник с оружием. И куда? Ну, тайник он на то и тайник, чтобы его не видно было, правильно? Правильно. Так что, где он? А как его теперь найти-то? Тайник этот с оружием. Может быть, он где-то там, где мы его не найдем? Да не, бред какой-то, так не может быть. По-любому должны найти, а как? И куда надо что засунуть, чтобы это найти, я вообще не пойму. Может, на улицу выйти, посмотреть, что там есть. Просто я как бы хочу что-то найти-то, а как я это найду, если нет? Так, ну где-то справа, то есть это либо наверху. А я что, мимо-то прошел? Ошалеть. Как много всего полезного-то. Это не он был случайно? Не это тайник с оружием? Но я думаю, что нет. Пойду я туда схожу. Я просто не хочу время тратить на это. Я хочу пройти эту игру. Уже, чтобы наверняка, чтобы Гейзенберг от нас отстал, и матерь Миранда тоже, я что-то как-то прям уже настроен на победу. Ну-ка. Здесь нет никакой подсказки, то есть кроме вот этого желтого халата, но желтый халат — это и в Африке желтый халат, он как бы не факт, что это взаимодействие. Точнее, точно это не взаимодействие. Возможно, где-то назад надо вернуться просто и все. Ну, ладно, давай попробуем наверх подняться. Если там наверху ничего не будет, то уже и ладно. Так, а что это? Механическая дверь. А мне туда, наверное, нужно было, да? А я зачем-то наверх поехал. Ну что ж поделаешь-то? Куда поехал, туда и поехал. Угу. А, механическая как раз-таки, она, наверное, здесь и нужна. Да сколько можно ехать? Я уже устал. Да, механическая, скорее всего, где-то здесь. С ножом небезопасно бегать. С ножом бегать нельзя, нужно бегать с пистолетом. Надеюсь, никого не встречу на своем пути, потому что не хочу сейчас ни в кого стрелять. Так, сзади меня механическая дверь. Видать, вот это. Ага. Ага. Хорошо. Темновато как-то на улице стало. Я боюсь, что не... Ой, а это замок, из которого мы пришли. Да, красивый какой-то. Сколько там крутить-то будет уже? Все. Так, а здесь сохранялка была. Сохранялочка. Тут же? Тут же, в конце вот этой комнаты. Да, вот она. Давай сохранимся, но тоже вот, на всякий случай, а чё вдруг? И пойдем. Так, вороны. Вороны — это здорово, но они мне не нужны. Мне нужна победа. Чего? Ой. Хорошо. Ты живая, что ли, еще? Нет, не живая. Шар с русалкой.
Шар с русалкой. Где-то загадка была, еще одна. А где, я уж и подзабыл. Когда-то очень давно она была. Миллион лет, по-моему, назад. Кто-то скребыхает. А где? А я его и не вижу. Ты умер, нет? Умер. Не может меня не радовать то, что он сдох сразу, потому что еще один патрон тратить я не хотел. Да и не собирался. Кто-то меня по спине ударил. Серпом, блядь. Мозгов-то есть? Сколько у тебя мозгов? Вот объясни мне. Серпом в спину бить. Так, ладненько, в этом доме больше делать нечего. Чё здесь у нас? Двое. Где он? Хорошо. Слушай, этот пистолет гораздо лучше, гораздо быстрее их убивает. Не то чтобы гораздо быстрее убивает, он быстрее стреляет. Где кто кряхтит? Где кто шевелится? Пойду туда посмотрю. В доме. В доме-то это ничего страшного. Ой, патронов-то сколько. Так, вы что там закрылись-то? Эй, кабачки. Открывай. Приятного аппетита, блин. Ты что, мало что ли? Еще? Сундучок. Револьвер-борец. А так, что-то нужно выложить. А не, ничего не буду выкладывать. Я хочу просто взять и переложить. Переложить как положено, чтобы оно там, типа, покомпактнее выглядело и покомпактнее лежало. Вот так. А, здесь 8 ячеек. Вот с 8 ячейками, конечно, будет сложнее. 2 ячейки в высоту и 8 ячеек... Ой, 4 ячейки в длину. Это значит... Значит что? Это значит, может, только одно. Да что ты? Это значит вот это. Угу. Угу. А вот здесь... А вот здесь... А вот здесь уже сложновато. А можно как-нибудь, типа, вот так? Можно, только вот... Только как рыбу в шопу, блядь. Она мне рыба, это не нужна вообще. Все. Да, не закрыть. Применить. Да, будет выброшено. А куда выбрасывается это все, нет? Не знаешь? Я тоже не знаю. Матерь Миранда подарила мне гору. Теперь я сделаю много-много экспериментов с Каду. С Каду... Это моя тайная суперлаборатория. Сегодня я провел 3 эксперимента с Каду. Но все трое сделали бдыщ. И все испачкали. Я вживил Каду, а потом попытался ввести волчью кровь из шприца в позвоночник. Человек сильно дергался, а потом убил моего ассистента. Я не смог его удержать и посадил в клетку. Теперь придется его кормить. Хорошо, понял. Эксперименты здесь кто-то проводит. Мне не нравится вот этот вот... Опять эта хренота. Слушай, это огромный хрен, который меня сейчас угробит. Хотя... Бежим. Где он? Я хочу, чтобы он сюда пришел. Я сейчас сам на мини на своей подорвусь. Тихо. Идет. Он где-то вот тут вот. Так, на мини на своей же подорвусь сейчас, нет? Он не идет сюда.
А вот сейчас идет. А здесь окна нет нормального. Бля. Падла. Да не крутись ты. Сядь. Где он? Я его лично не вижу вообще. Давай-ка мы возьмем еще одну мину. Он где-то... Он ходит и не хочет никуда уходить. Так. Я не хочу просто потери понести какие-то. Он наверняка вернется еще сюда. Поэтому я не буду торопиться. Я посижу здесь, подожду, пока он круг еще один сделает. И пальну вот так. Ага. Хорошо. Иди ко мне. Хорошо. И еще одну. Бежим. Бежим за дом, главное спрятаться. Еще разочек. Бежим, бежим, бежим. Бежим. Все, хорошо. Хорошо. А, по здоровью, что у меня плохо? Все как-то по здоровью. Давай вылечимся. Чтоб наверняка не сдохнуть с первого удара. А он совсем убегает, нет? Не, он не совсем убегает. Нужно взять, кстати, револьвер. Но, не, револьвер это ерунда. Иди сюда. Еще разочек. Будем на тебе эксперимент ставить снова. Ну-ка. Хорошо, как пошел ты, ну. Еще разочек. Живучая тварь, слушай. Аж целых 3 мины пережил. 3 мины и несколько выстрелов с дробовика. Это не дело, конечно. Они очень крепкие. Пойдем дальше. А куда вот эта дорога ведет? Наверняка в какой-то тупик. Хотя я рассчитывал немножко на другой. Я думал, что это приведет к кладбищу, который мне нужен. Где тут? Где колесо от колодца? Вот оно. Ой, блядь, уже устал. Сидеть тут, жопа болит. Светошумовой снаряд. Да это ерунда, она мне не нужна. Мне нужно то, что взрывается очень сильно и убивает сразу. Вот это надо. А вот эти светошумовые твои снаряды, они мне вообще не упираются. Честно тебе говорю, ну зачем мне этот светошумовой снаряд? Я этим светошумом кого испугаю-то? Разве что самого себя. Ну пойду, пойду обратно. Пойду обратно. Так, а это... А, это в никуда шла дорога, я туда и шел. Я туда ходил. Мельница. Дверь. Ну, пошли в город, короче, через кладбище и... The way. И куда? Сюда, сюда. Сюда понятно, что сюда я больше никуда не пойду. Здесь везде дороги-то перекрыты. Чё у нас здесь с тобой? У нас здесь с тобой... У нас здесь с тобой... Короче, нужно прямо идти. Ой, это... Он круг делает вокруг себя. А, по пуле сюда. Чего? Может быть, здесь загадка-то была? Хренатка здесь была. Не было здесь загадок никаких. Роза ждет тебя. Это Гейзенберг все сделал. Шоу продолжается. Вот тварь какая, а? Ну, используй 6-крылого эмбриона. Давай. Водички. Попить нужно, потому что уже горло пересохло. Пойдем. Это что? Удачи? Удачи, да, написано. Удачи.
Я же англичанин еще тот, поэтому я знаю, что написано. Чего? Так, кто-то бегает рядом со мной. Бежим, просто бежим. Даже думать не буду, просто побегу. Зачем-то в обход пошел, но... Наверное, так велит судьба. Хочется мне с этой стороны пройти. Да, травки нашел. Ой. А кто это кряхтит сейчас? Я надеюсь, не тот, кто меня сейчас убьет, да? Тихо. А, это упыри. Упыри, ничего страшного мне нет. Иди отсюда. Так, ну не, все-таки есть тут разница в голову, не в голову. Смотри, с первого удара разлетается черепушка. Ты докряхтишься сейчас. Ой, промазал. Извини. Опа. Ты мне сейчас напридумываешь тоже. Ну, зачем ты меня убиваешь? Я тебе что плохого сделал? Хорошо. Так, еще пульки делаются. Есть у меня еще пульки-то сделать? Есть. И таблеточек побольше. А то сейчас сдохну, блядь. Вообще будет не здорово. Так, еще могу сделать пулик. Да, могу сделать. Вот 53 пульки — это хорошо. 53 пульки — это такой, знаешь, минимальный набор любителя. Выживальщика. Такс. Идем. Ну смотри, насколько бы пистолет не был бы слабым. Ой. Он все равно нас с тобой спасает. И спасает только в путь. Так. Ты глупостями такими не занимайся, дурила. На. Достаточно тебе, нет? Или еще стрельнуть? Хорошо. Так, а вот там вот что-то есть. И я это... А, я могу взять это через стену. Это радует. И вот здесь тоже что-то было. Но это я не могу взять через стену. Это не радует. Так. Мина. Мина — это вот не здорово. Граната. Ой, граната. Это бочка. Если здесь есть бочка, значит, мне по ней придется пальнуть. Рано или поздно. Так, что это? А, это черепушки. Друзей наших. Так, где я? Где я, кто? Ребята, вы можете как-то поспокойнее себя вести, нет? Я просто реально ничего плохого тебе не сделал. Вау, прям вот здесь. Пердак полил. Хорошо. Ага. А, ну все, да, кончились. Неужели? Казалось бы, они никогда не кончатся, но... Но я-то всех убью. Ой, бляха-муха, слушай, здесь еще бочки есть. Короче, это все сделано для того, чтобы я экономил здесь патроны. Но если бы я знал, что они здесь лежат, стоят, я бы, конечно, в них стрельнул в первую очередь. Ой, патрончики. Патроны-то кончаются. Дела-то какие, слушай, творятся. Угу. Не закрыть, я хочу применить. Кто-то еще где-то ходит. А, кто? А, во. Я еще нашел бочку. Не бочку, а сундучок. Не сундучок, а коробку. Не коробку, а ящик. Еще что скажешь? Как открыть эту дверь? Ну, как-то, наверное, открывается. Сверху явно, потому что это большие ворота, которые нужно тянуть. Сейчас мне кто-нибудь по рукам стуканет, потому что я зря сюда пришел вообще. Хотя Гейзенберг меня здесь ждал, не знаю, почему он не очистил дорогу. Так. Надеюсь, не на время, блин, это все опускаться-то будет, нет? Не на время, здесь просто эти дурики опять пришли. Да хорош орать-то, ну. Ну бегите.
Откуда вас тут? Еще разок. Не, нет. Ну кто тебя научил лестницами пользоваться? Дед, ты-то куда лезешь? Дед, ты на пенсии давным-давно должен быть уже, ну. Сиди дома, отдыхай. Так, а кто там еще? Где он? Ну, это не дело, Кать. Ты-то куда полетел? Рано стрельнул, да? Рано. Ладно, так. Хорош. Главное, чтобы справа не подошел никто ко мне. Хорош. Еще один, давай. Ниже почему-то он не опускает. Тихо, ну ты-то зачем туда полез? Ну, дурак ты, ну. Дед, уходи. Ты мне здесь не нужен. Я не хотел патрон тратить. Вот. Жадность фрая разгубила, ну. Так, готовы? Все умерли? Блять, зачем вот так вот надо делать-то? Я не пойму. Ну что я плохого сделал? Что я кому плохого сделал? Зачем на меня нужно нападать? Сейчас наверняка же ведь еще после второго рычага на меня нападут такой же толпой. Но это ж нехорошо. Я же ведь чё кому плохого пожелал? Я просто обороняюсь. Если бы они на меня не нападали, я бы их тоже не трогал. Правильно я говорю, Все как должно быть, так я и делаю. Здесь я что-то не хочу больше ни с кем драться, потому что... Ты что, рядом со мной кто-то стоял? Побежали. Слушай, ну вроде никого нет. Блять, как медленно-то, как? Все перезарядил. Бежали, Нож не перезаряжается, поэтому его не трогаем. Бежим. Просто бежим. Не хочу ни с кем драться, не хочу ни с кем ничего делать. Что там? Угу. Понятно, показалось. Светошумовые — это классная штука, конечно, но я думаю, что я их использовать буду только в крайнем случае. Так, сохранялки здесь не просто так. И хочу заметить, что мы уже идем лупасить Гейзенберга, наверное. Может, конечно, и нет. Может, мне, конечно, кажется. Заново жить. Заново жить. Научи. Видимо, это логово. Логово, да, логово. Короче, давай не будем мучиться. В первую очередь махнем по бочке по вот этой. Сейчас, когда соберутся побольше. Так, а вот этим было все равно, да, я так понимаю? Да, хорошо. Хорошо, возьмем гранатомет. Не буду я мучиться, я хочу стрельнуть в них из гранатомета. Серьезно, блин? Я нажал перезарядиться. Бежим! Бежим! Я подобрал ржавые обломки, они мне очень сейчас пригодятся. Бежим, просто бежим. Будем бегать, будем гонять. Нет места для снаряжения. Ну, вот это самое время, конечно, да. Патроны для револьвера, нож. Это все самое важное, это мне не нужно выбрасывать. Мясо, ну, конечно, оно мне нужно. Мясо-то оно мне всегда нужно было. Нет, не хочу, хочу применить... Да! А вообще... Хорошо. 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 Перезарядочка. Не, тебе не надо. Тебе надо вот так сделать. А то еще патроны потрачу просто так на тебя. Я его убил же. А он меня умудрился засадить вот так вот, да? Прям перед убийством. Перед смертью, точнее.
Да умри ты, ёб твою мать. Так, с вами что делаем? С вами надо из дробовика стрелять. Я понял уже. Тихо. Тихо, тихо. Близко ко мне не подходи. Держи дистанцию. Так, опять кряхтят где-то. Где кряхтят, хрен его знает. Наверняка откуда-то сверху. Ладно, давай перезарядим. Перезарядим. Посмотрю, хочу посмотреть, из чем делается вот эта вот ерундистика. И тут травы не хватает. Ну ладно, патроны и реагент. Сколько реагентов? Три. Вот так. Чтобы хватило на еще одну аптечку и хватило на... настрелять. Так, они будут бесконечно здесь бегать или что? Я так понимаю, да, наверное, да? У меня просто есть какое-то время, чтобы добежать. Ой, патроны нашел. Вот это здорово. Вот это нужная штука. Ой, бляха-муха. Лучник. Какой здоровый. Так, здоровый. Выберем вот эту вот и положим мину. Блять, конечно, положил. Вот это отличная мина была. Вообще, блять, всем минам мина. Серьезно? Ты издеваешься сейчас. Блять. Она снова крашнулась.